Владимир Григорьевич Бенедиктов был чиновником, служащим Министерству финансов Российской империи. Но при этом он был трепетным романтиком и поэтом. Первая книга его стихов вышла в 27 лет. Сборник встретили с восторгом. Сам Жуковский похвально высказался о новом поэте. Кроме того, Владимир Григорьевич был блестящим переводчиком. Из-под пера поэта-чиновника вышли талантливые переводы Шиллера, Байрона, Гёте, французских романтиков. Умрет поэт в 1873 году в Санкт-Петербурге. А теперь пример поэзии Владимира Григорьевича. Стихотворение «Благовещение». «Кто сей юный? В ризе света он небесно возблистал и сияющий предстал кроткой деве Назарета. Дышит радостью чело, веет благовестью речи, кудри сыплются на плечи, за плечом дрожит крыло. Кто сия? Покров лилейный осеняет ясный лик, долу взор благоговейный под ресницами поник. Скрещены на перстях руки, в перстях сдержан тихий вздох, робкий слух приемлет звуки. Дева, сын твой будет Бог. Этот юноша крылатый, искупление глашатый, ангел, вестник торжества, вестник тайны воплощения, а пред ним полна смирения, дева, матерь божества».